Ну там, в Линкольне еще раз кузнечное дело. Четыреста. Animal Jazz, Линкольне, кузнечное дело. Кто был после Animal Jazz на рецепт? Линкольне, кузнечное дело. На мне почему-то комбат висит после боя с Фрейей. Кросс монет плюс чат ставьте. Ладно, есть два варианта. Либо ролят рецепт все, либо ролят только по профессии. Почему по профессии ролят? Чтобы вы их изучали, не продавали на аукцион. Как вот там. Ты забрал что ли уже печеньку? Штаны. Ни к чему. Чё? Ну, кузнечка, фу. Это 4, что-то бой висит. Если вы хотите делать без смертей на Мироне, то Animal Jazz вообще кикнет. Он, помните, как закрал такой красивый. Я за воротами постою. Блин, я случайно отдал мутанту ларь. Мутант, передай, пожалуйста, ларь. А он не передается вроде. Или передается? Сейчас роу ебать будет. Че, ребят, бой висит, пока барахлобота в бете на Мимироне точечно. Кто не уверен в себе, Долоран камень, камень Долоран. Сейчас, погоди, я Навару пойду, ты зачем кикнуть? Хочу попробовать забрать печеньку. Еще ну, раз, да, ты просто сразу лучше Animal Jazz кикнуть на Ачиви в Мимироне. Раз, два, три. Нет, не буду никого кикать. Мы будем наскочать. Зачем даун в рейде, Олег? Я еще пару повторю. Зачем даун в рейде? Он тупой, он не отбежит и сдохнет. Кто же ты злой, Джерри? Ну потому что он тупой. Он тогда сдох. Но ты видел, как он сдох, я больше ничего говорить не буду. Сейчас мы увидим, кто сдохнет, получит ГП. Джерри, а ты, блядь, никогда не сдыхал, да? Нет. Ты сдыхал хантом на Мимироне, тоже было. Я на пухах он только летал. Умирал, и чё? Да ты на Авгалоне умирал, блядь, от кары, в небо улетал. Ну всё. О, смотрите, там Сара внизу стоит, ебать, тут всё связано-повязано. Печеньку передалась, всё нормально. На ралли, где ты там? Кем ты бредил? Я варм заберу, я зайду. Я хандом попрошу помочь. О, в чем смысл этой ачивы? Еще легче. Просто стойте в звезде, реально. Можете даже не бить, кто не уверен в себе, что не отбежит от обстрела. Просто встаньте в звезду в нужный момент. Вся тактика. А если звезда умрет, то я не хочу. Вот так вот. Настало время. Да тут да, мага, блядь, вопроса. Все не будет обстрела тупо. Сделаем эту херню. Ребят, куда надо портоваться? Справа. Воображение. Джерри, а что ты можешь мне сделать? Я тебе ничего не могу сделать, я могу тебе сказать, что ты дал мне умеешь играть. Да, Animal Jazz, я еще раз тебе говорю, ты даун, не умеешь играть. Дураку это мало. Джерри, он душа, паладины. Родной человек. Паладины, кто диван там может кинуть на игрока? Я вас резну, у меня есть БР. Там бой висит, надо засуманить всех. Джона нету, тут типка. Ну вот. Кого сумонить? А это 4 уже пожали и протонулись сюда. Че, я? А все, у меня боя нет. Людей, у тебя нету боя.
Дилва, Спижон, Макгрегор, Мутант. У меня нету два, я мажор. Локи, ставьте шкаф, давайте быстрее. Кого смотрит, Ребзи? Мутант, Дилва, Спижон, Дуду Дипка. Блять, присуните в чат, чтобы вас по фрейму не искали. Кто еще не в рейве? Все, у меня тоже будет. Пижон, Дилос, Мутант, Дуду Типка. Тыкните. Вы не можете из этого сделать в режиме боя. Я Дилос сволю. Ля. Не надо никому скидывать бой, просто сейчас убьем босса. Мы к нему не подойдем с боем, потому что с боем человека сломать нельзя. И протонуться он не может. Что-то может. Ребят, это в 4 сделайте, я перезашел, я словно с чистого листа жизнь началась. Сколько времени уже прошло? Ровно 47 минут с железного собрания. Мать, у нас еще 47 минут. О, кстати, половина. А, нет, да, половина еще есть. Осталось 4 босса. О, бой спал. Это не... Куда решил сдохнуть, ебать? Это все, что выпало с ларька? Саня у него не автоматически сматривает, ебать. Херня какая-то выпала. Мощный эликсир ловкости. Чё-то не очень мощный. Да, вот эти качки последних. Это 10 флассов вот этих не лишних. Это один как голды. И чё, да, все остальное так. Ну, еще где-то на 300-400 голды. Мана там выходит. Васабик, Макгрегор, Васабик. Да, тут. Так, все готовы. Поклонский, а кто танчит? Мутант у нас танчит, да? Мутант. Катерните, да? Мутант, начинай. Велики, если вы не уверены, станьте просто в РДД зону. И на первой фазе босс использует шоковый удар, который наносит 50 тысяч. Чуть я в рот огнем. Отбегайте от него, когда он юзает шоковый удар. ДБМ все показывает. Сейчас будет шоковый удар. Отбегайте. Runaway. По 5 штук мины не взрывайте, получайте очень сильный бой. Сделаем эту ачивку или нет? Да, на какой там фазе? На третьей фазе можно сделать. Детернити сагрит. Мова подъедет красную метку. Метка слетела с тебя. Я вижу. Кто может стать на рейндж из крестов, чтобы красная метка кинулась? На рейндж, а не в звезду, в брейд. Все, Дуду Типки хватит. На четвертый фазе его надо поставить. Да, на четвертый. Все, я ошибся. Ну, вот брата. Это вторая фаза. На этой фазе идет обстрел. Поэтому смотрим на босса, куда он смотрит. Гэм за спину, когда начинается обстрел. Я стараюсь всегда быть за спиной перед обстрелом. Иногда двигаюсь. Ну, видите, две пушки у него. С них выходит обстрел. Можно забежать сейчас за спину. Опять за спину забежать. Опять. На всякий случай. Сколько там-то обстрел? Мне вот не показывает просто. Красная метка. Красная метка, отбежали все. Видите, красная метка? Куда ракетница полетит? Скоро должен быть обстрел.
Успеем, успеем, стойте на месте. Слишком большой ДПС рейда не позволит боссу использовать обстрел. Вау. Называется задавили мясо. Одного жирного оставьте там на четвертой фазе, зарыть его, пожалуйста. Так, давайте еще сделаем вообще не такой уж дружественный огонь. Выйдет большой моб, его не бить. Видите, воздушное судно, он вверху летает. Давайте на третьей фазе, на последней фазе присты, видите, дотайте все части тела, милики, низ и тело, блин, все РДД, башку и тело. Смотрим вообще за ХП и подбивайте там равномерно. Главное разбить все три части тела одновременно. Боже, штурмовой. Вот, вышел штурмовой бот, его не надо бить. Его, он заводится в красную метку. Туда прилетает ракетница и уничтожает этого моба. Вот и все. Сейчас начнется последняя фаза. Давайте пока отбежим от него, подождем, пока запустится фаза, то был один момент, когда кто-то умер прямо в начале. Спасибо мутанту за это. Служки. Лужу не кину, ну понятно все, короче, с ним. Весь ГП сейчас будет мутанту. Не, не будет. Все, забежали за спину. Смотрите, обстрел будет от туловища идти, поэтому смотрите на туловище, а не на низ или на башку. Давайте рост. Следуйте за звездой. Он поворачивается всегда, падла. От красной метки отбежали. От красной метки отбежали. Спасибо. Сейчас будет обстрел. Забежали за спину. Звездочку. Звезду встали быстрее. Быстрее звезду. Отлично. Нет обстрела. Добивайте остальных. Башку добивайте. О. Сделали бессмертий. Поздравляю. О, извечный огонь. О, да. О, большой да. ДПС босса. О, рейда. Только так мы можем делать такие чивы. Не, ну типа там можно убить центром, и обстрела не будет, и успеть потом добить этих. Я этим занимался. Фьюри сделали без смертей. Давайте, завоевателя рулим. Вуди Аллен. Где ты? Так. Картепа. Так, покоритель. Воздушное судно, блядь. Валившийся налево. Так, давайте здесь сделаем просто бессмертие и тенефобию. Мы часто на генерале делали бессмертие. Порты. Кстати, свободившуюся галерею, кто не протонулся. Глупости, отметки, не выбежит из рейда с меткой, получит ГП. Как кто-то помнит, как называется метка? Метка безликого, которая хилит рейд, хилит мусор. Можно, кстати, бабл прожимать или глыбу маги. Или что кош. Там милики делают?
Милики, просто стоишь под боссом, бьешь и все. И то есть, там ничего, никаких методов. Открываешь и все. Да, я кот, у меня как бы. Поднимите, пожалуйста. Козы, Энника, подними. Певчего сзади лежит. Для Милика там тактика на ребре. Целка стоишь во фрейме и бьешь его тупо. Ничего сложного. О, блин, а я пытка, первый левел до сих пор. Я думаю, что у тебя за дамаг, блядь. Ну что там по дамагу, давай посмотрим. Умирал. Вы быстрее убивали. Это ты, короче, нам на Торине ачив спорол. Дамага не хватило твоего. Кстати, ты прав. Гоним его. Смотри, я Манелтер же не фуловый, да? Намажил как Манелтер. Сука. Пытка первого уровня. Джей, как дела? Хотя я бы надамажил как козырь, наверное, на Торине, на 800 тысяч больше. Ладно. Обидно. Чё это такое? Воу-воу-воу! Опа, чё? Они прыгать научились, ебать. Ну давай потестим. Скиньте их, у кого там тайфун есть или что-нибудь такое. Скиньте этих дураков. Тайфуна нету ни у кого. Сука! Пинаем их. Короче, у меня наушник треснул немножко. Я его заправил, эту хуйню, вот это левое ухо. И я сейчас сижу, видимо, что-то шевельнулся. И такой щелчок был, такой шу! Я чуть не обосрался, подумал, мне кто-то в голову въебал. Ты в коры мочишь, блядь. Агри вторую сразу. Вторую. Так, кто хочет вот этого чего сейчас линкану? Уничтожитель пушек называется. Мы будем делать на следующем КД просто без смертей. А нет, без смертей мы не будем делать. Либо это, либо то. Ёпт. Да, либо сейчас без смертей, либо уничтожитель пушек. Но желательно, конечно, за долго за РТ. Там субботу поделать, кто хочет, воскресенье. Собраться просто в 5-10 человек и поделать это. Просто это утомительная херня и долгое время занимает, как ломоботы. Кстати, там прикол, там КД вешается, блядь, какого-то хуя. Ну да, вешается КД. Нехорошо. Потом просто примут все КД это и все, ничего страшного. Ну да, я так и делал. В субботу, в общем, в следующую. Кто хочет, перейдет на часик пораньше, поделаем. Ну, я уже с кем-то сделал. Заодно как раз Армагеддон сделать. Киря, слышишь, прости? Да, Армагеддон делается без КД, там можно просто зайти и не вешать. Три этих завел передние, и все. Я свободен, можно сделать. Конечно, соло делается. Как ты рыцарь сдашь его? Так, похуй. Трое окна. Я в два окна делал уничтожитель пушек. Дворфагеддон вообще, блять, то ли в 11-м, то ли в 12-м году делал. Один. Ну там с типом. Че, приходите в субботу еще, ты еще Дворфагеддон сделал. Зич. А сухой не бьем на этом боссе?
Не, бьем, бьем, все нормально. Сколько должно быть человек на рейнже? 10? Да. Да, минимум. Хорошо, будет 10, 11. 11 будет. Третья, четвертая пати. А, еще и... Кто там? Козырь у нас, да? Козырь. Козырь и я. Третья пати. Вы будете стоять в звезде, бегать за звездой. Уворачиваться от копья, которое будет лететь от босса. Четвертая пати и козырь в квадрате. Давайте фулбафы. Напула нету, нету напула. Роги нет, конта нет, загроз нет. Этернити можешь в ретрика спехаться. Так, смотрите, третья пати будет стоять вот здесь вот. А, ну ладно, там квадрат уже. Четвертая пати, идите в квадрат. Третья пати в звезду. У кого кидается метка безликого, такой зеленый луч, который соединяет босса и вас. Ваша задача быстренько выйти с рейда. Задача остальных от него отбежать. Чем дольше эта метка в рейде, тем больше она хилит босса. Ну как-то так. Хилы все под боссом стоят. Приступал, дайте. Да, еще секунду, ребята, в этом в РК я скинул макрос на отдаление камеры. В чате его прописываете и колесико крутите. А с камеры в два раза дальше становится. Ну а теперь приоритет у нас без смертей. Кто по глупости ж натупит, тому будет ГП. Все, мутант, начинай. Так, скоро будет копье, смотрим. Так, перебежали третья пати. Забежали в эту лужу, она увеличивает дамаг. Смотрим опять метку, опять третья пати отбежали. Звезду кидает. Забежали опять в лужу. Квадрат метка идет. Отбежали. Сейчас опять будет копье, смотрим. Графит, выбегай с рейда. От звезды отбежали. Забежали в лужу. Кто-то провалил очагу, да? Или это была копия? Копия. Хорош. Квадрат, перебежали. Сейчас опять будет копье, смотрим. Квадрат, перебежали. На вас копье. Набежали в лужу. Смотрим опять. Сейчас опять будет копье. Опять квадрат отбежали. На четвертой пати метка скинула, смотрите сами. Последнее копье. Внимательно. Вот хилов с рейда, выйди. Отбежали от войда. Квадрат метка. Отбежали. Все, последнее копье сейчас будет. Сбиваем каст, сбивайте босса быстрее. Хорош. Все очень просто. Так. Идол. Оф Ворду. Идолопоклонник. Васап. Тебе надо? Не. Кому-то надо хилы? Ладно. Йоксарон с хранителем. Да, все с хранителем. Надо пойти запустить хранителя. Не как в тот раз. Пойду. Давай я запущу. Ну там два моба возле Мимирона стоят. А, Этерн, тебе в натуре надо или я мутанта дам на трансмут? Мутант, портанись, запущу. Надо, надо, надо. Надо, надо. Хорошо, держи. Делаем бессмертий. Вы точно запустите? Давай меня в комнату. Конечно, может Ирим дадим опять. Торим. Давайте. Торим запущен, Ходер запущен. Видите, Фрея запущайте Мимирона. Так, давайте. Плюсаните. Этернити, передай этот пояс мутанта эти ботинки. Тогда.
Так, плюсаните, кто пойдет в комнату, кто не тупит в комнате. Два плюс. Ну вот вы вдвоем и будете все сливать. Давай, ты слева, я справа. Там же есть это, там же регенится здравомыслим. Да, регенится, но все равно опасно. Ты фрею запускал? Нет, запускай. Или нет? Давайте, кто пойдет в комнату? Плюсики, Козырь пойдет, Дуду, Типка. Я пойду. Поклонский, ты знаешь, что там делать? Трися, точно знаешь, что там делать? Да, в комнату пойду. Ты сможешь выйти с портала? Блядь, не раз уже ходил. Ну да. Запустили там все? Да, в идеале, но еще засуньте в комнату. Сейчас, Кинки держи. Удиален в комнату пойдет. Крисия пойдет. Джерион. Так. ДЦ в комнате еще будет. Это Козырь, да, ДЦ у нас? Нет, Дуду Типка. А тут Фрея нету, ты ее, наверное, запускал. Да нету, значит, запущено. Смысл, запущен. Так. Сейчас, подожди. Кто-то в ДЦ спекнитесь. Кто-нибудь парольте там, я не знаю. Всё. Поклонский тоже в комнату заходишь. Мутант танк у нас, Этернити танк, Анимал Джаз тоже спекайся в танка, поможешь на третьей фазе поддержать. О, как, какой у меня портал? Сейчас я скажу. Все, смотрите, есть первый портал по центру, есть потом идут 4 слева, 4 справа и задний портал. Первый портал по центру заходит Хил ДЦ, это у нас Дуду Типка. Потом слева заходит первая пати, Певчий первый портал слева, Поклонский второй, Козырь третий портал, Вудялин четвертый портал, Трися твой задний портал сзади. Так, справа вторая пати заходит, Ралли ты первый портал слева, ой, справа Джерем второй портал, Лейшен третий, вот Хил четвертый портал. То же самое, смотрите, зашли в комнаты. Первая пати слева бьет мобов, вторая пати справа. То же самое, как вы ходите в порталы обратно. Первая пати слева, вторая пати справа. Не забудьте, пожалуйста. Так. Кто не знает тактик? Тут появятся лучи такие, которые регенят стаки здравомыслия. Пижон, смотри. Просто смотри в стаке дебафов свои. А они там, где героизм будет, на КД героизм. Если у тебя меньше 50, забегаешь в этот зеленый луч и регенишь эти стаки. На третьей фазе буду тебе говорить, когда нужно отворачиваться. Потому что босс будет, короче, бить там одним скиллом, который отнимает эти стаки. Если ты потеряешь все стаки, ты провалишь на мочилу, то есть умрешь. Вот. Следи за этим, пожалуйста. Не разбивай мне сердце. Козырь тут. Козырь. Все готовы. Пошли. Сейчас первая фаза. Не надо, Альфонс. Сейчас первая фаза, стоим просто в звезде. Мелики тоже в звезде, просто стоим и ждем мобов. Ничего не делаем. Пижон, смотри, на второй фазе появятся большие щупальца и маленькие щупальца. Ты большим щупальцем не подбегаешь, убиваешь их на расстоянии, ты понял? Потому что если ты подбежишь к ним, они тебя сваншотят. Будет еще такой дебаф. Похоже, как на Лани Пакт. Не помню, как называется. Просто будет луч, соединяющий тебя с другим игроком. Ты к нему сбегаешься. Похоже, мысление называется. Да, главное просто заметь этот луч. Если он будет, сбежишься к другому человеку. Все, вроде ничего такого другого нету.
ярость направляют ваши удары. Вон, видишь, пижон, у тебя 100 стаков здравомыслия есть. Вижу, вижу. Сзади два портала есть. Красный или зеленый, если сюда становиться. Стаки восстанавливаются. Не страшно, если что. Все. Разобрали порталы. Все, кто не в порталы заходит, смотрим. Щупальца убивать. Великие мелкие щупальца бьем. РДД большие. Приоритет сначала бить щупальцев, которые хватает игроков. Вот, смотрите. В идеале она схватила щупальца. Квадрат. Его щупальца надо убить. Пижон, ты понял? Все, убили. Бей большое щупальце. Справа от тебя два ляма. Тяжелая щупальца, название. Поцелуй Сару. Поцелуй Сару. Пижон, быстрей. Пижон, не заходи в эти лучи, видишь? Зеленые лучи, в них не заходить. Они наносят урон. Отбежали от квадрата сейчас. О, от черепа. Череп кидает койл или что там, как он называется, фири других людей. Разобрали сейчас порталы. Лучи в лучах не стоять. О, Интернете молодец, подбежал ко мне. Void of Fort, беги к Войду. Пошли. Пошли дальше. Нет, портал. Все, заходим в порталы. Разбиваем метки. Трепещите, смертные. Пошли. Ханта нету, жаль. После того, как выйдем с порталов, сразу копим стаки здравомыслия в этих лучах. Сколько секунд до выхода? 30 нормально, ведь. Я скажу, как начинать выходить заранее. Первая пати налево, вторая пати направо. Только как я скажу, не тяните время начинать уже выходить, пока бейте нормально. Еще 5 секунд. Все, давайте смещайтесь к порталам и начинайте выходить. Выходим. Входим, выходим. Выходите. Вышли и сразу бежим к этим, к лучам останавливать стаки. По 20 стаков останавливаться, зашибись. Череп. Все, пошли. Встали, разобрали порталы. Лучи вышли, не стоять в лучах. Бейте щупальца. Следите за пактом дебафа. Так, сейчас появится портал. Порталы заходим. Да, та же самая комната. Сука. Да нормально успеем. Тут у меня другая комната. Короче, у Хила спиздили портал, нет, я не зашел. Хиг десерт. Нормально, нормально. Нет порталов. Есть портал. 9 порталов. Ну нормально, успеем перевести. Оставайтесь до конца, добивайте на 30% переход. Пока бейте, стойте. Скажу, как выходить. Так, готовьтесь, все, выходите, выходите. Перевели. Выходим. Сами должны выйти, не выкидывать. Нажать, когда войска дать. Давайте. Ну и босса бейте. Бейте босса. Мастер Аур, паладина Эника прожмешь под оглушающую рев. Отворачивайтесь. Каждый, пока не два мастера Аур. Давайте, Герл. Давайте рост. Герл, дайте. Слышно меня? Да-да-да. Эника, готовься сейчас. Мастер Аур, жми. Подожди. По команде. Да, давай, жми. Отворачивайтесь. Пижон, отворачивайся. Видишь? Ни к чем, Вар. Не бей никого. Отвернись от босса. Сколько у него стаков? Не вижу. 30, но он тупо вот бежит. Ничего, найди в зеленый луч. Красный луч, восстанови здравомыслие. Слышишь? Бейте. Тебе босса. Красный. Луч возле ворот. Вернулись.
Повернусь, бьем. Ни в чем, ты слышишь? Иди. Да пусть так стоит отвернутый, главное, чтобы на босса не смотрел. Ничего с ним не будет. Повернусь, бейте босса, ребят. Просто чтобы знал это. Теперь. А теперь отворачивайся. Повернусь, бьем. Сейчас готовьтесь, последний раз отвернемся, отворачивайтесь, отворачивайтесь. Пискуйте. Вот после этого бомбу девать. Повернулись, добивал. Древнение. Красавчик. Много завоевателей? Только три на счету. Джерриан, я 4 насчитал. Фу, блять, передамажил Джерриана, блять. Грудак, килл. Вообще так себе холодный, блять. Да, блядь, я не помню, есть, нет у меня. Вроде был. Валившийся Галлея и спрыгивает вниз. Кому-то надо? На офф. Какой портал? Обвалившуюся галерею и спрыгивайте вниз. Защитник. Где планета? Сколько ты пати? На, сразу два. Два плеча. Да. Ты игнул, что ли? Не. Все, на этого креста осталось 4 ачива. У меня тоже 4. Эх, Пейпер, видишь релики? Тебя лучше получается. Я хочу. Я просто фитнесом. Получилось! Нам удалось опередить. Сейчас я пойду. Кто танки будет? Что? Кто танчить будет? Ну, есть танк мутант, поклонский, Тернити. Перемещение завершено. Есть Макгрегор. Макгрегор у тебя... Так, лед. Понятно, попроси тогда, Макгрегор, осталось. Так, Этернити будешь на созвездиях. Все точно так же делаешь, как обычно. На первый суровый удар прожимаешь на 50% срез урона. И смотри, твоя задача на каждом суровом... Перед каждым суровым ударом ты закрываешь одну черную дыру, понял? Чтобы не три созвездия на тебе висело, а две, чтобы урона поменьше было. То есть три созвездия спустилось, ты одну черную дыру закрыл, и все, и ждешь сурового удара. Суровый удар там только начинается, за 1.5-2 секунды на 50% срез урона жмешь, выходит с портала, в тебя захиливают. На второй у тебя сработает ревностный, на второй тоже остаешься. То есть ты это раните, на два суровых удара остаешься. Все, понял, понял. Так. Так, мутант, Этернити и кто еще танчит? Лава где? Нет, может поклонский. Ну, можно, конечно, и в два танка попробовать сделать. А поклонский ты танчил, нет? Нет. Ну иди тогда в ДД, в два танка будем делать. А кто в ДЦ у нас? Дудутипка? Или... Ага, Жека, слышишь, кинешь, короче, зубы на первом суровом ударе на мутанта. Ваня, ты остаешься мутант, слышишь? Ты прожимаешь, короче, все. Я не помню, подожди. Я... Ты 4 стака получишь, и с тебя этот... Этернити заберет. Этернити, ты, короче, босса еще танчишь, понял? В идеале, конечно,
В идеале она бы вот БДК и два протопаладина, ну, можно и в два танка сделать. Что страшного? Места спекать. Ладно, смотри, есть еще Animal Jazz с протопалом. И че, или че не хочешь поклонского БДК? Он же говорит, танчил поклонский. Что он сказал? Не танчил? Он спросил, ты знаешь, как танчить? Он говорит, нет. Поклонских ты умеешь? Там мутанты, терники умеют созвездие водить, пусть он на боссе висит. С мутантом. Хз. Можно и в два танка сделать, и терники, и мутант затанчит. Не знаю. Я бы поклонского не ставил в танк. Ну как хочешь, он просто может начать пособирать стаки и все. Можно и так, я не знаю, как хотите. Может, нет, реально. Как вы думаете? Вы захилите, что ли, втроем все? Ну, 4 хила бы, конечно, желательно. 3-то это давай какой-то хардкор. Сап хорошо хилит. Так, ДЦ есть. РШАМ, ХПАЛ, ДЦ. Еще бы какого-нибудь одного хила. Говорю, чтобы попку не рвали. Там манурек, каску. Ой, манурек, эту кулак по охотникам и лапу. Конечно, слава хила. Ну киньте меня в прятки тогда. 4 хила будет нормально, четко. Так, короче, смотрите, тогда поклонский будет ДД. Так, сейчас я еще подумаю. Мутант и Этернити, вы вдвоем будете танчить боссов. Первый будет танчить мутант, но поупадет на него. Собираешь 4 стака мутант и Этернити забираешь босса на себя. Танки, смотрите, вы оба остаетесь на суровом ударе. Этернити на 50% срез урона жмешь. Мутант тебе дают, короче, зубы. Жду тип кидает зубы. И перед каждым суровым вы, короче, должны закрыть одну звезду. Все, так, смотрите, чтобы созвездие, короче, на рейде не висели. Я, если что, буду дополнительно командовать, чтобы созвездие забирали. Теперь по сакрам. Animal Jazz у нас и Трисия. Так, Трисия, будешь кидать сакру первый на васабика. Запоминай, Трисия, первая сакра на васабика по моей команде. Animal Jazz на Хапала, на Эника. Твоя вторая сакра. Как будете кидать только по команде? Капля, капля, да. Как она там, блань жертвенности, по-моему, называется? Да. Далее, короче, ребята, смотрите. По моей команде, когда я говорю «отбегаем кара», вы отбегаете подальше, примерно 15-18 игровых метров. Далеко тоже отбегать на всю платформу не надо. Так, далее. Кто со мной будет идти звезды подбивать? Я. Кирия, будешь подбивать, нет, проси? Да Джерин пусть босса бьет, ему напуливать надо. Он неплохо в босса даст. Вот мы, короче, с Кирией звезды будем разбивать. И будем так. Далее, ребята, смотрите. Я буду говорить по бегам к порталам. И только по моей команде вы заходите. Только по моей команде. Хилы вы заходите на середине каста. Вы стоите до последнего, до середины каста. Захиливаете на фул танков. И на середине каста заходите. Только суровый удар начинается. Секунду про себя весь рейд отчитывает. И кроме танков и хилов заходит весь рейд. В комнате мы выбегаем туда, где снаружи в нормальной материальности порталов нету. Чтобы вы, когда вас из комнаты дропнуло в нормальный мир, вы в портал снова не провалились. Так, короче, на всем протяжении тарая вы от звезд, внимательно слушайте, от звезд, вы отходите. Потому что случится такое, возможно, что мы, короче, босса переведем за один суровый удар, но второй удар будет обязательно, второй суровый удар будет. А все звезды, которые там имеются, они лопнут и оставят после себя черную дыру. Вот чтобы не было таких казусов, типа, я стоял, там метку не поставили, звезда лопнула. Вы должны постоянно от звезд уходить. Они там будут хаотично медленно двигаться. Что, вроде все рассказал, помогать ничего не сказал. Масуха не бить, да? Масуха, да, очень важно, ребята. Милики, все ретрики, вы бьете только точечно. Маги можете обновлять, короче, бомбу только на босса. Магам разрешаю. Все, остальные милики и там и ДДшки бьете только точечно. Совы без звездопада.
Короче, сейчас подходите. Платформы рассасывайтесь. Начинать. Ну, типа, бафам, чего не хватает. Васап, у тебя какой-то забор на плечах. Только, хилы еще, пожалуйста, не стойте все в одной точке. Кто-то за спину боссу зайдите. Желательно Эршан там в начале у моста стоит. Выхопал где-нибудь сзади. Так, что еще раз последний чек и будем начинать. Сейчас все отошли к стенке. Прям к стенке все отошли далеко. Так. Акири буду ставить кружочек. На эту, на звезду. Даю команду, мы разбиваем ее. Так, все к стенке отошли. Начинаю. Мутант, давай с АП начинай. Финай, начинай. Интерники, тоже подходи к мутанту. Где там? С ним вместе. Мутант перед пулом, ты, короче, лужу льешь, потом далее на протяжении всего трая ты лужу не льешь. То люди корову не видят. Сейчас лужу разлить. Шанан, ты иди лучше. Уйдите, уйдите из-под босса всех к стенке, далеко очень это. Отойдите. Просто по моей команде. Сейчас бейте, пока бейте. Без рост. Все, давайте рост. Каби, босс. После кары взорвем. Смотрим внимательно кары. Отбежали от нее. Сама уйди, сама. Великах звезда. Бежон дальше отбегает, слышишь? Чтобы урон не получать, отбегай. Кружка отошли. Разбиваем, разбиваем, Кири, разбиваем. Кружка отошли. От звезды. Босса бей, пока. Пока бей босса Кири. После кары разобьем внимательно. Смотрим под ноги. Созвездие забирайте все. Танки там. Разбиваем. Утирайте. Закрывайте одну черную дуру, только одну. Давай, разбиваем, разбиваем тебя. Все, бейте босс. Одну черную дуру можно закрыть, нужно даже. Кара одна минута. 4 стака, забирай Этернити. Этернити забирай, забирай. Кара, внимательно смотрим. Все, теперь подходим к черным дырам, но никто не заходит. 5 секунд. Звезды все на танке, на Этернити. Забирай, забирай, забирай. Вот, заходите, заходим, 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 ребята, в черные дыры, заходим. Этих уродов бегаем. Выходим, мы и танков захиливаем. И захиливай Этернити. От кары отбежали. Альфонс. Кстати, все звезды. Че мы похилите? Хильте ни в чем. Ебать. Да. Че за хуйня? Да. Все. Вижу. Как он упал? Бейте босса, после кары разобьем. Пока не бьем ничего. После кары разобьем. Отбежали. Побыстрее. Разбили. Так, дайте гимн на отхил. Понял. Милики, да. Добили. Левый тирай. Сейчас разобью. Эти босс. Мутанта Бэйри? Да-да-да. Мозбаф по мутанту. На дыры не закрывай. Удар 5 секунд, готовьтесь. Деливайте рейд, подходим к черным дырам. Вот теперь заходим, заходите все. Интересный термин. Катанч. Дайте приступать по Этернити. Или Этернити.
Я пока держу. Пять кара будет, 3 секунды, готовьтесь. Бегайте, не бегай. Так, давай посмотрим. Никчем умер от кары, взлетел, но не умер, но потом упал. Трисия, просто 2 звезды. Не повезло. А вот этот остальные. Кто там? Альфонс как умер, идеально. Просто танка сложила, да? Да, там и пошел. Сорвал. Там нас, я так понял, и Этернити, и мутант у нас или случайно, или как заходили. Поумирали они еще. Тыры. Не-не-не, они. Не? Ладно, видимо, 5-й стак кинулся. Мутант точно умирал один раз. Коварный удар. Этернити пишет кара. От квантового удара он умер. Мутант. Удар там 50-ка. Неужели все они были подобны вам? Неужели Альфонс кара. Также любили жизнь. Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда создание титанов оказывается бессильным. Все, никого не пропустил ПГП. Что? Отклика. Никого не пропустил ПГП. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. Заходить можно на ИП? У меня нет... Да, можно, сейчас будем раз... Решать, кто был с нуля, кто нет, и кидать ИП. Я знаю это место. Тебе нужна моя помощь? Так, короче, не понял, почему мутант умер. Не захилили, да? Ладно. Я так понимаю, что да. Не должно было быть. Меня. Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. Так, ролим. Говорит. Вау. Ничего себе треня. Милики. Хорош. Ну-ну, хорош.